Добрий вечір, шановні друзі. Після головної ролі в культовій стрічці 80-х Маленька Віра, мій сьогоднішній співрозмовник став справжнім радянським секс-символом, але попереду його чекали ще дуже багато зоряних ролей. Сьогодні у нас в гостях народний артист Росії Андрій Соколов. Андрій добрий вечір. Ви корінний москвич, музикальна школа, бальні танці, плавання, стрільба і до вершині ко всьому, ще хокейний вратарь. Все я знаю. знаете фактически? Да, причем, я знаю. Вы можете вообще не говорить ничего, я сам расскажу. Причем не просто вратарь, а играли в крыльях Советов, очень популярная московская команда в воротах во взрослой команде играли. Нет. Все. То, что связано с хоккеем, начало начиналось с Золотой шайбы. Мы были чемпионами. Как сейчас, помню, всех дворовых команд. Потом был авангард, были сборы с авангардом, а потом уже были крылышки. Это был тот год, когда крылья были чемпионами Союза, а мы в своей группе были, мы чемпионами были, э, так сказать, поддержали наших старших товарищей. Вы были кандидатом в мастера спорта? Нет, официально не дошел. Это пресс несколько преувеличила мои заслуги. Надо было идти по этой стезе дальше, но. Поскольку а, это было время, которое совпало с окончанием средней школы, то мое такое активное занятие спортом оно сказалось на успехах производственных. И а, в то время я жил в районе Чертанова, достаточно далеко. Да. А, клуб был в Сетуни. Это надо было проехать фактически всю Москву. А, дорога занимала где-то часа, ну минимум полтора-то и два два часа туда, два часа обратно. И, в общем, я где-то так из таких приличных хорошистов, плюсовиков, я сполз от э, троечники-двоечники. И, в общем, было жестко достаточно поставлен вопрос или спорт, или учеба. Ну, пришлось выбирать. Ну, то, что в хоккей играет настоящий мужчина, трус не играет в хоккей, понятно. Но Владислав Третьяк рассказывал мне какой-то страх и ужас, в общем-то, когда шайба. Это этот маленький резиновый Брус летит в тебя в лицо с огромной скоростью. Вы бесстрашный человек, я так понимаю. Знаете, я помню несколько моментов таких со Славой мы знакомы. Если он будет смотреть как бы, нашу беседу, большое уважение и привет. Коллеги. Коллеги, да, да. фактически. Но он приезжал к нам на сборы. Пару раз были такие уроки от Третьяка. В Это... крыльях сидельников тогда стоял. Да, да, да. да. У меня и была и клюшка от нашей сборной, и от, от, от Сидельникова тоже была такая, так сказать, переходящая для меня реликвия потом к сожалению, не сохранилась, начал ее использовать, с ней играть, но, естественно, разлетелось все потом. И было пара эпизодов в своей, так сказать, хоккейной практике в вратарской когда были, травм было много, но были именно травмы, конкретно связанные с тем, когда, знаете, когда меняется сознание, да, когда получаешь достаточно то, что вот Вячеслав говорит, этот... Летящий болит, резиновый, да, когда он тебя жалит. И после этого, как-то, знаете, как, как в мультфильме: все начинает так в рапиде. Жизнь лыть. в другом свете. Жизнь в другом языке. <свят> ты и совершенно правильно сняты фильмы о хоккеистах, когда ты лежишь, да, и над тобой склоняются свои, твои товарищи, почему-то в рапидах, почему-то нет звука никакого. Потом они начинают разъезжать, ты куда-то вылетаешь, так хорошо. А потом. Ну, да. страшно было, когда в лицо летит. А, страх наступает потом. Не успеваешь, потому что, если ты будешь бояться, уже э, не сможешь э, играть. Зубы все целы? Остались Зубы, все к... колени. Э, в, в то время не было такой замечательной формы, как сейчас. Э, было очень много, э, тем более, когда еще начиналась золотая шея, было очень много самоделок. У меня форма была как бы хорошая, но не настолько, чтобы она полностью оберегала. Поэтому колени разбиты все. И э, э, я помню, когда была сделана для меня маска вратарской с масками тоже же были проблемы да, когда ä, не помню опять же кто из наших старших товарищей передал мне по наследству вот именно ä, вот это забрала а шлем был разбит и я из какой-то мастерили ä, да из какой-то такой шахтерской значит каски я все это делал и когда мы играли со спартаком я оставил ä, буквально на лавочке отвернулся на, на на секунду ее у меня увели это было конечно трагедия это ну да. Я знаю, что у вратарей у них же совершенно другая психология, правда? И психологический настрой другой вратари иначе все переваривают mm -hmm. и иначе обдумывают. У вас тоже все было другое, чем Думаю, у вас? Думаю, что да. Думаю, что да. И весь тренировочный процесс. Но надо сказать, что, конечно же, вратарей, они люди особые, да, особо почитаемые в команде. К ним особое уважение, отношение. Помню, как так случилось, что на, на игру то ли забыл, то ли еще что-то такое есть, э, защитный щиток, который называется ракушка, да, все ребята готовы были поделиться, как бы рискуя, так сказать, э, получить травму, все были готовы, и не дай бог, если на локотник какие-то забывались, или еще что-то, сразу же. И, э, но спрашивалось не меньше, чем с полевых игроков, э, я помню сборы в крылышках, и все эти 350 ступенек, до сих пор, по-моему, на, на, на одной ноге, как вспомнишь, как все На удерживалось. одной ноге. Ужас. Ужас. Нагрузки колоссальные были. Наше поколение взросло на настоящем хоккее. На Михайлове, Петрове, Харламове, Фетисове, Крутове, Ларионове. Это были серьезные ребята. Это был большой, серьезный хоккей. Матчи с чехами, с канадцами до сих пор в памяти. Сегодня вы хоккей смотрите, вы сравниваете тот хоккей и этот. Знаете, я дружу Еще с тех пор с Быковым да? угу. С Игорем И когда они тренировали сборную То я переживал за нее как-то больше Сейчас, слава богу, что она так сказать, делает такие успехи На чемпионате И это здорово Но все-таки личностный какой-то такой мотив Он все равно присутствует И, конечно же, хоккей изменился Хоккей изменился, изменил, изменились, и помимо самой игры причинно-следственные связи, да, то есть то, что раньше называлось энтузиазмом, и то, то, что на чем было в принципе, все построено, потому что о материальных благах никто не думал, но был азарт, был а, патриотизм, был. патриотизм вот это замечательное слово, все это было, и на нем как бы, действительно вырастали огромные мастера, великие, просто великие. И э, все, кого вы перечислили, действительно великие, Каждая из них э, глыба, которая пронесла на себе славу нашего хоккея. И, кстати, ведь если проводить параллели, это ведь не только в спорте, это же везде, да, так сказать, во, во всех. И в искусстве везде конечно. В искусстве безусловно и э, и и даже э, политика и даже и, ну фактически. Э, то, что мы сейчас, к сожалению, так отчаянно стараемся забыть и взрастить что-то новое, забывая старое, мне кажется, это неверно. И Почва и, нет. Почва нет. Но и, и другое еще дело, ведь у тебя не будет будущего, если ты не знаешь своего прошлого. Да? А прошлое перелопачено, переколопачено и... И переврано. Абсолютно. И даже вот это ближайшее ретро, да, Олимпиада, 80-е годы, ведь у каждого... Это уже ближайший ретро у каждого свое, не говоря о тех годах, да. которые были раньше. Ну вот, если возвращаясь, опять же, к хоккею, значит, смотрю матчи гораздо реже, гораздо чаще с ребятами перезваниваюсь. И вот сейчас был матч, так сказать, звезд, да, и со звездами политики. Очень жалею, что не смог на него попасть, хотя приглашали. Ну, хоккей, он в, в, в крови, в душе, как бы, он так, как был, он есть, наверное, и будет. Это уже, уже никуда от него не избавишься. Вы закончили Московский авиационно-технический институт МАТИ. Технологический. Технологически. А это зря потраченное время для вас или нет? Нет, конечно. Все в копилку, я, а, это тот период, когда происходило становление, да, как я сейчас понимаю. Были замечательные все вот эти а, сборы военные, были замечательные... А, Часы, дни, проведенные в этом ВУЗе. И то, что говорилось от сессии до сессии, да, живут это весело, это абсолютно про, про наш ВУЗ. И вот я, я же учился 6 лет. Почему? Да, да, да. У нас, ну, так, 5 плюс 10. Так было надо. так 5 лет учебы, 10 месяцев диплом. То есть это все, так сказать, официально. И э, осталось с тех пор, кстати, кодовый такой пароль, как э, как и от некоторых других учебных заведений, что мы, значит, родом из МАТИ, да, сейчас по роду своей деятельности приходится иногда какие-то решать кинематографические, там, продюсерские проблемы, задачи, да, и вот это кодовое слово, мы же с тобой учились в МАТИ, да, вместе там «помоги», открывай, вы, двери. «открывай двери», потому что выросли на замечательные, как бы, такие кадры, которые его руля, и которые имеют свой бизнес, и, в общем, эта помощь такая огромная, огромная помощь, эти годы, они же опять, они позволили мне э, уже потом когда я пошел уже в творческий, в творческий вуз Они позволили сравнивать И проводить параллели да? и, и, Все те а, и, ну, и, Не, вы, не выкинешь а, песни, Из песни слова Все то, что выпито было в моти да, И то, что нагулено, на, на Уже как-то а, не, не шло в вузы творческие а Там уже пришло действительно Получать какие-то навыки, знания И образования Поэтому я считаю, что Опять же формирование характера какие-то жизненные позиции учителя были у нас жесткие, но, но достаточно личностные. Да? То есть один сопромат нас чувствовал. Да? Ого, сопромат. Химия полимеров. Это как сейчас... Я, когда я пришел уже учиться в театральном вуз, у нас был замечательный педагог Катин Ярцев, угу. и он как-то меня попросил принести то, чем я занимался в МАТе, Да? Говорит, ну, принеси, посмотреть просто интересы. Я принес ему... Посмотрел. И я принес ему тетрадку, да, там из пяти страниц, на которой была на... написана формула какого-то полимера, я уже не помню, там триглицидный эфир, дитиленгликоли, ди 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 может быть, да. И когда он это вот полистал, как бы сказал, спросил, это что, это вот, это я говорю, да, это вот одно слово, вот это вот все вот это вот в бензольных кольцах там с этими и так далее, и так далее. Он закрыл, как бы, говорит, Андрей, говорит, какого инженера лишилась наша промышленность? Щукинское училище вы закончили с красным дипломом. А какое у вас было ощущение, когда вы впервые увидели себя на экране? Это тоже было связано с Катином. Потому А также с Ярцевым. Да, с Юрием Васильевичем Ярцевым. Потому что именно во время его уроков мастерства в кинотеатре «Октябрь» впервые показывали тот фильм, в котором я имел честь, счастье сняться. Назывался он «Она с метлой в черной шляпе». Было такое сложное название. Это была стереосказка. И когда мне позвонили со студии, сказали, что вот Андрей со следующей недели начинается на показы в кинотеатре, можете посмотреть. Естественно, это с понедельник мастерство там начиналось, я уже не помню, то ли часов в 9 в 10 я пришел к Юрию Васильевичу, и Юрий Васильевич, вот такая ситуация, можно я пойду, так сказать, хочется там, ну, он меня как бы посмеялся, отпустил. А первое впечатление было жутким совершенно. Просто я помню, в то время проводились, так сказать, эксперим эксперименты по Тому, как твой звучит голос на пленке, да, на аудио просто, да, Помните, когда вы записывали мы свой голос, для меня это было очень странное ощущение. Чужой а голос, это был чужой, угу. непонятный, как-то раздражающий даже где-то. То же самое было с экраном, когда я впервые себя увидел на экране, у меня волосы встали дыбом, а, а, все, все это а, было крайне как бы непривычно, непонятно. И это, это ощущение тех лет. Сейчас, когда я смотрю, я вижу перед собой достаточно искреннего и не испорченного по профессии человека, который старался со всей ответственностью выполнить поставленные перед ним режиссером задачи. Но этот фильм показывали не один день в этом кинотеатре, и, естественно, сеансов было несколько. Естественно, после того, как я посмотрел первый раз, я пришел к Юрию Васильевичу сказал, Юрий Васильевич, можно еще, и еще, и еще. То есть вы втянулись? Я просидел в кинотеатре, в кинотеатре, короче, я просидел целый день. И надо сказать, что если первый раз, когда я пришел, я, так сказать, выходил, пряча лицо, да, я уже, я как мне было очень неловко и так далее, то где-то сеанс на четвертом, на пятом... Расправили плечи. Я уже как подходил бы к выходу, так я задерживался в нем, я бросал взгляд куда-то там в зал, может быть, что-то я забыл, видел, что меня узнавали, я как бы так небрежно так делал, как бы вид, что я здесь случайно так зашел, собственно. Ну и в общем, и первый автограф, по-моему, был как раз э, Не отходя в, зале, от да, в зале этого э, замечательного кинотеатра. Ну, сниматься вы начали в разгар перестройки это было замечательное, на мой взгляд, время, когда открывались возможности. Второй фильм и сразу сумасшедший успех. А как вы туда попали? В маленькую веру. Это случай или это осознанный шаг режиссера? Но каждый случай он все равно как-то более-менее закономерен и подготовлен, да? Надо быть готовым к тому, чтобы тебе позвонил Спилберг сказал: "Андрей, хочу, чтобы ты работал, давай". Давно приезжай. хочу. Да, давно хочу мечтал об этом. Надо сделать так, чтобы ты был готов, по крайней мере, хоть что-то понимал на английском языке, был в состоянии там пройти какой-то кастинг на физическую как бы форму, ну и так далее. Попал следующим образом. Были показы у нас для кафедры самостоятельных студенческих работ, и это делалось обычно так, что в гимнастическом зале была некая сцена, где ребята сидели, вокруг которой ставились ставили стулья, где сидела кафедра, а за стульями уже ставились так сказать, помостки для желающих посмотреть, для зрителей. Да? И в этот день я сидел среди зрителей, наши там друзья, ребята, сокурсники отдувались как бы на сцене, а мы так бурно реагировали, что кафедра начала на нас шикать, да? а потом я видел, что кроме ши там кроме кафедры там сидели какие-то новые люди новые лица одна из них женщина по фамилии переверзива как оказалось, потом была ассистентом по актерам. И я смотрю, обратил внимание, что она сначала смотрела на сцену, а больше начала смотреть в нашу сторону, где мы сидели, так сказать, и достаточно вольно себя вели. Во время перерыва она подошла, представилась, предложила приехать на студию, на студию Горького, сделать фото, кинопробу, ну, так сказать, вот по всей цепочке, которая обычно проходит начинающий молодой актер. А с радостью откликнулись. Пройден, ну естественно, конечно. Тем более, когда я прочитал сценарий, он мне понравился, он мне очень понравился. Хороший сценарий. В отличие, кстати, вот от Наташи, от негода, который прочитал этот сценарий, сказала: ну сегодняшним словом это чернуха и так далее, как-то это все. Ну, у меня вопрос он не вызвал. Тем более съемки. Вместо практики, которая заключалась в том, что надо было красить там Щукинское училище, ты едешь на море, значит, ты снимаешься в кино, ты за это получаешь деньги, ну и так далее, и так далее, о чем, о чем еще можно мечтать. И все то, что было связано с картиной, конечно же, это успех режиссера. Я помню свои ощущения, я только пришел из армии, разгар, разгул, разгар перестройки, и все только говорят о фильме Маленькая вера. Я пошел в кино, и я не понял, что это было, как вообще это, это, это уже свобода настоящая. Ваш Сергей положительный или отрицательный персонаж? Он продукт своего времени, да, он герой своего времени, так же как героем своего времени является любой знаковый наверное, персонаж, который может взять сегодняшнюю картины. И а, те вопросы, которые этот фильм вызывал у зрителя, да, для меня поначалу были не совсем, как бы, приемлемые, я не очень понимал, почему так болезненно реагирует зритель, особенно возрастной ценз, которого, ну, скажем, за 60, да, чуть-чуть там плюс-минус. Потом... Им было жалко себя и своей молодости. Абсолютно правильно. Были подняты вопросы, были взрезаны эти, как бы, да, нарывы, но не было ответа, что Жизнь делать зря. Да. Mm -hmm. Взяли человека, так сказать, показали, как он живет, и сказали: вот извини, но вот это вот так. И э, я помню, я же помню эти письма, которые вышли потом отдельным, так сказать, тиражом и вместе с вместе с книгой, которая называлась "Маленькая вера", которую написала Маша э, Хмелика, угу. и, так сказать, автор автор э, этой картины. Э, там же были очень достаточно жесткие и вплоть до предложение там посадить, выслать за 101 первый километр, если, до, до чуть ли не присвоить звание Героя Советского Союза. Как То есть, вариант. Вот такие, да, такие коллизии были. И, но надо сказать, что по большому счету вся эта волна, она прошла как бы параллель, параллельно со мной. Да? То есть не, не совсем мимо, мимо меня. Где-то я там побывал на каких-то фестивалях. На награды, там, при, признание призы. Но... Опять же, это как в том анекдоте про Спилберга, когда он звонит, а ты отвечаешь, извините, у меня елки, да, то есть я учился. Как потом оказалось, были интересные предложения из-за рубежа попробовать свои силы на фабрике грез. Вот. Но об этом я узнал слишком поздно лет через 10. Поэтому «Провоз» как бы ушел немножко вперед. Но этот фильм потрясал, помимо всего прочего, совершенно откровенными, небывалыми для советского кино постельными сценами. Такого еще, наверное, до тех пор не было, до «Маленькой веры», правда? Угу. Вы, как актер, стеснялись сниматься или нет? Или был азарт и драйв? Вы знаете, настолько мы верили Василию Владимировичу Пичелу, да? настолько он мудро себя вел, при том что он был в то время достаточно молодым человеком. Сколько 20, лет он уже молодой? 4-25, где-то вот так. Фантастика. И самый большой 26. Фантастика. Нас, насколько он действительно был мудр и знал, чего он хотел, что он сделал гениальную вещь. После того, как мы сняли полностью фильм, сейчас я подозреваю, что у него это было в голове с самого начала, он просто позвонил нам с Наташей попросил встретиться. Мы сели за рюмкой чаю. Он начал <laughs> очень здорово нас как бы, как бы это сказать, не превращать в союзников, а делать вид, что мы сами принимаем решение. На самом деле, решение, конечно же, у него было в голове, конечно же, он уже все продумал. Решение сделал... чего? Решение, решение того, что нужна еще одна сцена, и как ее снять. И он так как-то это все, что мы не перебивая, а как бы внося предложение, гордились тем, что мы как-то приняли участие в создании картины. И после того, как мы вечером об этом, обо всем поговорили, фактически смена была уже на следующий или через день, или через день, и отступать уже было поздно, хотя как человек любой, имеющий отношение к кинематографу более-менее близко, понимает, что там на площадке еще 20 человек помимо вас. Это и... речь о сцене в общежитии? Да, да, да. да. Вот. То и... есть ее не было изначально в фильме, да? Она была не прописана. Там У меня сценарий, кстати, остался как реликвия. Я его храню. И... Там она не была выписана. Да? Там... Они ушли там, в общежитие. И, там, Это экспромт двери. был то, что вы делали? Или вы оговаривали, как это будет происходить? Оговаривали, как, оговаривали. абсолютно, как технологический процесс, как как это должно быть, доходчиво и так далее, и так, далее. так что стеснений, как вы спрашивали, ну, у меня по крайней мере не было никакого, потому что работа есть работа. Тем более такая приятная община. Наташка замечательный партнер. После выхода маленькой Веры вы себя секс символом советского кино ощутили или нет? А в чем это заключается? Вы мне ответите на этот вопрос. Никто не знает. Только писали первые в Советском Союзе настоящий секс символ Андрей Соколов. Если это имиджевая какая-то история или и если это связано не только с тем, что тебя воспринимают как любимчика женщин, но и человека, в котором есть настоящее мужское начало, то я за это руками если сравнивать себя с ставить в ряд в один с такими действительно мировыми мировыми символами как николсон как аль пачино то я вот только счастлив Ну для многих это был просветительский фильм многие не знали что можно заниматься любой вещью таким образом вам говорили об этом вообще зрители или нет да я я Узнал много нового. Что оказывается-то. Поклонницы мучили вас после этого фильма? Мучили как? Приятно мучили, да. На самом деле в этом нет ничего плохого и некая, как бы усталость от обожания, которое иногда проявляется в этой в этой профессии, да, она она все-таки несколько, мне кажется, бывает порой надуманная, потому что э, эта часть профессии, ты понимаешь, на что ты идешь, и гораздо сложнее, когда нету некой узнаваемости, нек, и нету как бы платы за твой труд, да, в том, потому что то, чем тебе платит зритель, это э, признание, это любовь это на самом деле ведь были потрясающие письма такие которые просто сердце прострелили насквозь есть такие судьбы да судьбы и, и не только судьбы но и а, а, подобранные слова в, в, искренне и написаны что у меня до сих пор у меня хотя это было много лет назад но до сих пор у меня стоит перед глазами и я хотел бы увидеть этих людей которые писали и Сказать им спасибо, просто низкий земной поклон за то, как они все это восприняли, за, за, за ту искренность, как, как это все было написано. Когда маленькая Вера вышла на экраны, сколько вам лет было? Мне было 26. 26 лет такой сумасшедший успех, о котором вообще многие киноактеры могут мечтать десятилетиями. У вас звездная болезнь началась или нет? Думаю что, да. Думаю, что да. Почему я говорю так неуверенно? Потому что все равно, как бы я по своему характеру в своих проявлениях человек искренний, и если даже я что-то делаю не совсем, может быть, корректно, все равно это идет от сердца. Да? И проявление этой звездной болезни, ну, в чем оно могло заключаться? В том, что при каких-либо определенных там заключениях на условиях на новые контр... картины, контракты у меня не было таких. Точка что... отсчета шла уже. Конечно. И и другое дело, что что вот эта вот планка, которая была поднята, да, именно режиссером, который нас заставил нас ко всему относиться с большой буквы. Это это сейчас я понимаю, насколько мне повезло и повезло и не повезло, да, у любой медали две стороны. Повезло с одной стороны тем, что мне посчастливилось э, работать с таким мастером, потому что ведь Васин это был один из первых фильмов тоже, да, одна из самых первых картин, и он это делал, отдаваясь там на 500 процентов, и и он заставил нас э, на все смотреть с большой буквы. Я помню, как он добивался нужного ему результата, несмотря ни на что, приснимал, э, пряником кнутом. Как угодно, да, вот как угодно, но и при его, кстати, обаянии, он очень обаятельный человек при его харизме, э, у него были конфликты с директором, да, то есть, потому что там были некие переработки. У него, он, он ведь не дал ни кадры вырезать из, из картины. На один из моих юбилеев он мне подарил протокол... Допроса. Заседания, да, заседания дирекции киностудии Горького, где они именно разбирали эту картину и значит та, -та, 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 -та и в общем э -э, такое своего рода не то что волчий билет, но э -э, ну такая условная путевка в жизни, потому что э -э, шла речь о том, что возможно продвижение вообще выход этой картины на на экраны с некими оговорками сократить то-то-то-то-то и то и то. Вот поэтому это плюсы это плюсы да, а минусы как бы в том, что э, уже... Буквально через там ближайшее время после того, как мы э, закончили этот фильм, были и другие предложения, и я, и я снимался в других картинах. То на репетиции, даже то, что делалось на репетиции, э, и, и как я я понимал, что может быть это недостаточно, это что это мало, что нужно бы еще еще больше. И режиссер говорит: нет, нет, все нормально, достаточно нам не надо, давайте дальше. То есть вот эта планка она пум, пыталась опуститься, а вот очень этого не хотелось. В 88 да, году вышел фильм. Да. 24 года назад. Сегодня вы смотрите иногда маленькую веру. Бывает. Бывает, я где-либо на гастроли, куда жизнь заносит, показываю. и идет. И с удовольствием. Знаете, я смотрю и, и понимаю, почему любимские Любимский фильмы получил э, золотую камеру. При золотую камеру не помню, где, то ли в Монреале, то ли еще где-то. Я понимаю. Хотя на сегодняшний день, может быть, э, он выглядит именно как советский фильм, но. Я имею в виду по монтажу, по ритму, да. Но ведь та же картина Летят Журавли, ее никто не отменял, да, то есть, Абсолютно. все вот эти панорамы, все, все то, что делал Клатозов, это же. И у Русевский особенно. Это же, это же просто опять же, этому, мы, мы к этому обратно приходим. Мы приходим обратно к этому. 24 года спустя. Вот если я спрошу вас: маленькая вера хороший фильм, что вы ответите? Я скажу, что лучший. Многих тогда зрителей интересовало. С Натальей не у вас что-то mm -hmm. в жизни происходит, кроме того, что на экране или нет. Мы с Наташей давно очень не виделись, не общались. Я так отголоски доходят о том, как она поживает, но не более. Наверное, лет ну, наверное уже больше пяти. Вот как она сейчас снялась. И где она сейчас тоже неизвестно. Думаю, что в Москве. Думаю, что в Москве, но не более чем. Ну тогда искра какая-то вспыхнула. У вас? Я с огромной симпатией к ней относился. Ну, не более. Нет. Ну, и напрасно. Сегодня, когда модно снимать продолжение картин, возможно, в принципе, продолжение «Маленькой веры»? Вы знаете, года три, или уже даже больше, может быть, четыре назад. Да, где-то так. Поднимался этот вопрос. Я читал такой некий вариант Все сценария. живы в конце концов. фон. Да, фон Некий вариант сценария. Но э, мне он как-то на душу не лег. Да, не лег он на душу. И э, не знаю, как отнеслись к этому сценарию наши, так сказать, э, экранные мама и отец, да, Зайцева и Назаров. Но, Но он был написан в совершенно другом ключе. Он абсолютно не являлся... Тоже Хмелев писала? По-моему, да. По-моему, Маша писала. Но она писала именно уже с, элементами, с элементами вот новых вот этих всех течений, когда, грубо говоря, там душа Назарова там на небе, он и оттуда как бы и так далее. Вот через это все. Ну, это уже немножко было не то, мне кажется. Не знаю. Но, а... по крайней мере, продолжение этой истории не имело. Я думаю, что после такого громкого успеха у вас была опасность стать маской. То есть образ эксплуатировали бы уже отталкиваясь от маленькой веры. В этом смысле роль в маленькой вере это плюс или минус? Монета две стороны. Мы все живем по закону ребра. Плюс в то, что, естественно, это была путевка в жизнь, безусловно, да. Очень много актеров талантливейших, да? но у которых не было случая о себе заявить и они так вот постепенно как бы и уходят не зная и мы о них не знаем хотя мне встречались и на площадке в жизни ребята он ну, просто гениально. это плюс минус ну минус мне кажется я постарался его избежать в том плане что мне хватило мужества не тиражировать этот образ я на самом деле хотя это сложно было правда да, я помню свои э, картины после, э, после «Маленькой веры». Это, опять же, с Васей в городе «Сочи. Темные uh -huh. ночи», да, где там абсолютно наглодо выбритый сантехник, сантехник айкающийся. Э, помню э, «Викон Доброжелон». То есть это были попытки не повторить искусство жить в Одессе, потрясающий фильм, да, который кстати, я снял. Кстати. Один из, ну, великие просто э, фильм. И, э, э, и в то же время... Э, э, Опять же, для меня Василий Владимирович был как бы таким наставником в хорошем смысле этого слова. Я с ним советовался достаточно часто по э, ситуации, по, по, такой, по, по, по рабочей. И он мне сказал одну такую вещь, когда я пришел к нему с очередным советом, вот, там, с какой-то там картиной, работать, не работать, нравится, не нравится. И э, это был, по-моему, год 93-й, что-то... Да, где-то в 1993-й собирался снимать как раз... Предсказание. Да, предсказание. И тогда мы как раз познакомились с Депардией. И вот как раз э, он сказал, э, к слову, ты говоришь, вот с Депардией знаком?» Я говорит, да, я меня познакомили это. Вот Ты говоришь, заметил, что он снимается везде? Я говорю, ну в смысле. Вот ты говоришь, посмотри, сколько у него картин по сложному списку. Он не отказывается ни от чего. И, э, и в, в то время начиналось уже, чуть-чуть позже начиналось эпоху уже таких многосерийных uh -huh. да, картин телевизионных. И он сказал очень мудрую вещь, как я к нему прислушался, и благодарен за это, что можно сидеть, э, ждать своего часа и терять профессию, а можно стараться делать из того, что тебе предлагают, нечто 100%. большее то, что тебе предлагают. Я вот пошел по второму пути, и э, думаю, что, наверное, это все-таки был путь правильный. Мне очень нравятся фильмы, по которым можно судить о времени, об эпохе, которые они отображают в этом отношении фильм «Предсказание», где вы сыграли за Басилашвили, фильм «Эльдара Рязанова». Как я его не посмотрю, совершенно случайно показывают его постоянно по разным каналам. В нем есть какая-то магия в этой картине. Вам не кажется? Но он особенный. Он не похож на Рязанова. Вообще, да. Это один... Во-первых, это был его сценарий, это... И у нас было очень много мистических совпадений просто на, при работе с этой картиной. И, и, и даже в, вне этой картины. Я помню, как однажды я ехал по а, проспекту Вернадского, уже по проспекту Вернадского, и э, смотрю, едет машина Эльдар Саныча. У него был тогда, по-моему, зеленый «Мерседес», я его знал. Он <coughs> приезжал на ней на площадку. Я его догоняю на светофоре и начинаю сигналить. Он открывает э, окошко. Заставлять меня выйти из машины. И говорит: ты говорит, представляешь, говорит, вот именно на этом самом месте, вот именно так же, как бы сигна, сигналил мне человек, который потом улетал и был прообразом э, персонажа, который был в вот, этой Именно на этом светофоре, именно на этом повороте. Именно вот, и таких вот совпадений было очень много. Ну, крик души какой-то, правда? Эта картина да. безысходность и безнадежность. безнадежность пророческая оказалась еще во многом, потому что это был 90... й четвертый год, когда этот фильм вышел. И я помню впечатление, в то время мэром Москвы был... Ну, Лужкова уже, наверное. Нет, нет Лужкова еще не было до него. Попов. 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 Да, совершенно верно, Попов. Я помню, как я ехал по Калининскому, была, по-моему, какая-то то ли воскресная, значит, то ли, то ли суб, субботний вечер, так, ранней осени, и не так было много машин, все были за городом, очевидно, и просто летали какие-то пакеты по Калининскому, летала какая-то грязь, да, вот эта вся бумага, и вот то, что потом угу. в Ульяново в конце, да, абсолютно верно. И это настолько как-то и таких очень много вещей. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях был первый радянский секс-символ народный артист России Андрей Соколов.